Ограбление банка. Сотрудники лежат лицом в пол. Грабитель обчистил сейф и собирается уже убегать. Но тут думает, как это я ограбил банк и никого не замочил. Братва не поймет меня. Хватает он, значит, какую-то женщину с полу. Как тебя зовут? Зина. Ёшкин кот, мою мать звали Зина. Бросает ее, хватает охранника. Тебя как зовут? Коля. Ну, друзья, зовут меня Зина.